экстренное включение. Мы врываемся в зиму с серии обзоров на компанию Mera. В них мы подробно расскажем вам про их технологии, научим отличать прогиб кэмбера от ротера, поможем разобраться в геометрии досок, и вы узнаете, из чего делаются сердечники и как устроены канты. Но это еще не все. Мы готовы разыграть одну из досок фабрики Meron, а именно доску GNU модель Money. Ссылка будет в описании. Это главный приз. А также мы подарим 3 сертификата на скидку в 10 тысяч рублей на любую из новой коллекции фирмы Riptech или GNU. Условия максимально простые. У нас будет 6 видео про доски Meron. Вы их максимально лайкайте, комментите эти видосы, подписывайтесь на наш канал. И когда эти видео в сумме собирают 30 тысяч просмотров, а это стоимость той самой доски, которую мы разыграем, мы рандомно из одного из этих видео выбираем победителя, и он получает заветный приз – новую досочку GNU модель Money. Ну и 3 утешительных приза – сертификаты по 10 тысяч на любую из досок нового сезона Riptech или GNU. Также разыграем рандомно из одного из видосов. Смотрите сквот. Удачи! Всем привет! И сегодня я вас познакомлю с еще одной технологией компании Meron. Это технология Unreal Control. Эта технология является отличительной частью досок GNU. И сегодня я вас с ней познакомлю. Катание на сноуборде – это постоянная перекантовка с переднего канта на задний кант. И ощущение при повороте на переднем канте отличается от ощущения при повороте на заднем канте. Повороты на переднем канте – это точность и плавность. А повороты на заднем канте – это сила и мощность поворота. Unreal Control – это двухуровневая асимметрия досок. Асимметрия первого уровня и второго уровня. Как ее добиваются? Как ранее мы уже знакомились с конструкцией досок, они сделаны из стрингеров. И под задним кантом у нас будет павлония меньше, чем под передним. Для того, чтобы задний кант был у нас чуть мягче, а передний чуть жестче. И точно так же у нас существует боковой вырез. На заднем канте он будет более глубже, для того, чтобы мы не прилагали больших усилий для поворота. Асимметрия второго уровня – это помимо конструкции доски и бокового выреза, к нам добавляется контактная поверхность доски. То есть задний кант будет чуть-чуть короче, чем передний кант. Для чего это нужно? Для того, чтобы нагрузка на задний кант была чуть-чуть больше, чем на передний. Мы не прилагали больших усилий для поворота на заднем канте и получали больше удовольствия. GNU и их технологии Unreal Control созданы для того, чтобы вы получали максимум удовольствия и минимум затрачивали своих сил для катания. Всем пока, получайте удовольствие и катайтесь на сноуборде.